Итак, мастер-шеф Вадимка будет готовить сейчас себе сверхвкусный просто хот-дог. Хот-дог называется а-ля Вадя Чернецкий, просто пиздец вкус. Итак, для этого нам понадобится хлеб, майонез, сосисочка. Не клади сосисочку, наверное. А, не кладу сосисочку. И кашанка. Кашанка. Не суть. Итак, берем хлебчик. Наверное, сначала на хлебчик наносим кашанку. Кашанку. Не важно. Главное, что мы ее делаем. Так, она подзамерзла, мне кажется. То не важно. Может, не над кроватью. На камеру. Вот эта вот вещь, она очень плохо мастится, но то не суть. Главное, чтобы хоть трохи її було. О, по центру, вот це саме правильно, мені кажуть. Майонезик по бокам, да, думаю, сейчас буде. Вот, трохи кашанки. Ну да. Вообще для такого ходожика надо хлебчик побільше, но... Нічого. Итак, берем майонезик, аккуратненько наносим по бокам. С твоей стороны. И с той стороны. Видно на камеру? Да, конечно. Давай, вообще прям. Вот, получается такая вот восхитительная, прям. Пальчики оближешь. Вилку тоже. Так. Сосич. Делаем вот так. Втираем сосиску в хлеб. О, а может, слышишь, еще листочек салата взять? Под сосиску? Да. Да, да, да. Тут мой главный кулинарный помощник подсказывает, что можно еще использовать салат айсберг. Мы так и сделаем. У нас він є, людей нема, у мене є. Думаю, його отривати, так? Отак от. Ось оцей. Да, да, да. О, супер. Ой, уже сосиска втерлась в кашанку? Кашанку. Нічого, нічого, зараз все буде гармонічно. Да. Оп. Оп. Оп, і так от. Мы бачим самый восхитительный хот-дог делюкс 3XA XL, максима питательный. Оп. Огонь. Бон аппетит. Теперь ешь. Ты что, ты что? Я снимаю? Ну да. И... Ты нормально там закрутил? Да. Я потом посмотрю. Дашь мне прихавать? Я укушу. Сейчас, вот сейчас возьмем, да? Угу. Хотя не, ладно, не давай. Чего, не хочешь? Не, не хочу. Не хочешь рисковать? Не. Пища богов.